Я уже выхожу. Буду через 10 минут. Готовьте снаряжение. Будь осторожен. Батырджан, сынок, пора вставать. Завтрак на столе. Отпусти, ну отпусти. Я тоже, как мой папа. Поиграем в спасателей. Тоже мне спасатель. Отправимся в страну Спасландию, а? А как мы туда попадем? Крути каску и держи меня покрепче. Поехали! А где Спасландия? Ле? А? Добро пожаловать! Спасландия. Остановка номер один. Землетрясение в квартире. Как себя вести при землетрясении? Итак, я буду вашим проводником в поучительном путешествии. Караул! Бежим! Папа мне говорил, что нужно вставать в дверной проем несущей стены. Прячемся под кровать! А мне папа говорил, безопаснее рядом с кроватью. Землетрясение закончилось. Скорее покиньте помещение. Отключите газ, воду, электричество. Главное, не забыть тревожный чемоданчик. Быстрее, в лифт! Ни в коем случае. Лифт может заклинить. Правильно, Батыр. Выйдя на улицу, отойдите подальше от зданий на безопасное место. Ну что, вы готовы к продолжению? Готовность номер один! Остановка номер два. Землетрясение в магазине. Остерегайтесь падающих предметов. Соблюдайте спокойствие. Помогайте друг другу. Возьмите детей на руки. Давай, за мной! Давай, давай, быстрей, быстрей! Не бойся, не бойся! Какой умный песик! Пока, пока! Спасибо вам за помощь! В такой ситуации главное без паники. Остановка номер три. Землетрясение в детском саду. Отдай. Это мой мячик. В одном кишлаке человек по имени Косым. И был он большим. Выбегать нельзя. Подальше от окон и зеркал. Нельзя прятаться в шкафу. Дети, спокойно. Вспомните правила безопасности при землетрясении. Землетрясение закончилось. Выходим на улицу. Не толкайте друг друга. Спокойно выходим на улицу. Молодцы! Выдержали испытание. Спасибо вам. Теперь я знаю, как вести себя при землетрясении. Научу друзей. А я научу своих друзей. Эти правила должен знать каждый из вас. Продолжение следует. Ну что, играем в Спасландию?